Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Звук «Г» у владельца этого имени не создает сложности в восприятии имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Буква «Т» дает человеку настырность. Люди с буквой «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Интуитивная, чувствительная, творческая личность. Искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Вибрации этого имени означают, что у его носителя ясный ум, и он склонен анализировать окружающую его реальность. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Владельцы этого имени находятся под покровительством Сатурна, одной из самых мрачных фигур в планетарной системе. Они всегда стремятся действовать. Владельцам этого имени характерно любопытство, а иногда излишняя пронырливость. В противном случае стоит ожидать репутации жестокого и равнодушного карьериста. Да и в семейной жизни такие качества могут сильно помешать. Любопытство, иногда чрезмерная пронырливость, присущи этому человеку. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Эти люди имеют способность видеть людей насквозь. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.